вами еженедельные новости Домисольки. Сегодняшний выпуск вновь начинается с приятных событий. Нашим педагогам вручили благодарность мэра Москвы за вклад в развитие образования города. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем очередной городской семинар управленческой навигации. Но начать я хочу с приятного. Октябрь – это месяц, в котором мы традиционно поздравляем лучших из лучших, самых лучших педагогов, самые лучшие образовательные учреждения. Я хочу всех еще раз поздравить с прошедшим Днем Учителя, присоединиться ко всем поздравлениям, которые вы услышали. Действительно, профессия учитель – это одна из лучших, я считаю. Потому что, это люди, которые строят наше будущее. То будущее, в котором нам предстоит жить. За большой вклад в развитие образования в городе Москве и многолетний добросовестный труд награждаются Ольга Преклонская, старший педагог дополнительного образования детского музыкального театра «Домисолька». Лариса Большакова, педагог дополнительного образования детского музыкального театра «Домисолька». Наталья Султанова, педагог дополнительного образования детского музыкального театра «Домисолька». Также не можем не сказать о выступлении наших художественных руководителей на Всероссийском форуме классных руководителей в Гостином дворе. Ольга Леонидовна и Иван Назиевич стали спикерами круглого стола «Классный руководитель. Культурный образец». Переходим к новостям. Сегодня в эфире. Театр вступает в клуб веселых и находчивых. Тайная жизнь родителей Домисольки. Съемки 12-го фестиваля «Белая трость». Всем привет! Сейчас мы находимся в Театре Российской Армии, где проходит финал Всероссийской юноармейской лиги КВН. Совсем скоро на этой сцене мы исполним всеми любимую песню «Команда». Не знаю, как вы, а я очень хочу поговорить с участниками конкурса. Приветики, как вас зовут? Нас зовут Зажигалки. Какая самая удачная ваша шутка? Или неудачная? Их много, у нас все шутки удачные, да, неудачных нет. Да, неудачных нет. Часто приходится импровизировать? Ну, не всегда, конечно, но в некоторых случаях да. Как давно вы играете в КВН? Ну, около 3 лет. Ну, около 4 лет. Вы планируете связать свою жизнь с КВНом? Да. Да. С юмором. КВН – наша жизнь. Ну что, виновников торжества мы помучили. Теперь пойдем посмотрим, как обстоят дела у Домисольки. Подготовка к выступлению почти завершена, и совсем скоро мы выйдем на сцену. Это всегда немного волнительно, но мы знаем, что делать. Вероника, пойдем на сцену. Пойдем. Меня зовут Даня, и сегодня я хочу поговорить с вами вот о чем. Когда в детстве мама возила меня на занятия, мне всегда было интересно, чем же она занимается, пока ждет меня. Я уже вырос, мама меня не провожает. А вопрос остался. Как ты думаешь, что делает твоя мама, пока ждет тебя с занятий? Я думаю, что она на голове там стоит, потому что делать нечего. Я думаю, она книжки читает, умная.
Я думаю, что она телевизор смотрит. Общается с другими мамами из моей группы. Сегодня мы с вами подкараулим наших родителей и узнаем, как они проводят свое время, пока их дети на занятиях. Гомисолька приняла участие в ежегодном фестивале «Белая трость» – одном из самых масштабных социокультурных проектов России. Для нас не только возможность оказать поддержку благотворительному фонду нашего дорогого друга Дианы Гурцкая, но и вновь выступить на одной сцене с такими звездами российского шоу-бизнеса, как Денис Майданов, Варвара, Зара, Евгений Кунгуров и Александр Алексеев. Теплоходом, самолетом. На меня не стали, я буду петь голосами моих детей. На сегодня все. Наш выпуск подошел к концу. Следите за новостями театра в соцсетях. Желаем теплых и позитивных выходных. До встречи!